Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вспомнить о нашем великом поэте Александре Сергеевиче Пушкине и о его обучении в Царскосельском лицее. В 1810 году недалеко от Санкт-Петербурга основывается новое учебное заведение для дворянских детей – Императорский Царскосельский лицей. Поэт в лицее оказывается благодаря своему дяде Василию Львовичу Пушкину, известному в те времена писателю. 19 октября 1811 года 12-летнему мальчику удалось продемонстрировать блестящие знания на вступительном экзамене. Лицейские годы Пушкина стали началом его творческой знаменитости. Именно здесь писатель заслужил уважение первого русского поэта Гавриила Державина, а также похвалу других известных в то время поэтов и писателей. Годы обучения в лицее, в котором Александр Сергеевич обрел настоящих друзей, навсегда запомнились ему. Я хочу прочитать вам стихотворение, которое он написал в 1823 году, вспоминая годы обучения в лицее. Называется оно «Царское село». Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений, о ты, певцу дубрав, давно знакомый гений, воспоминания рисуй передо мной, волшебные места, где я живу душой. Леса, где я любил, где чувство развивалось, где с первой юностью младенчество сливалось, и где взлелеянный природой и мечтой я знал поэзию, веселость и покой. Веди, веди меня под липовые сени, всегда любезные моей свободной лени, на берег озера, на тихий скат холмов. Давно вижу я ковры густых лугов, и дряхлый пух дерев, и светлую долину, и злачных берегов знакомую картину. И в тихом озере средь блещущих зыбей станицу гордую, спокойную лебедей. Благодарю за внимание.